Здравствуйте, доктор Давид. Хотим сказать большое спасибо за вашу работу, за изменения в нашем ребенке, за то, что он так изменяется в лучшую сторону, становится более самостоятельным. У него уже всегда хорошее настроение, капризничает очень редко, пытается найти общий язык, точнее рассказывает свои пожелания, более четко формулирует фразы, уже просит мультики по названиям всех серий, которые он знает. Потом стал очень часто играть в ролевые игры, он говорит, часто играет в докторов. И вот сегодня он играл со своим паучком, как будто он доктор, взял ремень белый, похожий на бинтик, завернул туда паучка, и как будто рядом с ним есть кто-то, и он говорит: «Спасибо, доктор Давид, вы делаете хорошее дело, мы друзья, мы помогаем всем». Вот так он разговаривает. Также он стал более самостоятельным в быту. Он научился писать стоя. Ну, может быть, это для кого-то не важно, но для нас это очень важно. Нам 5,5 лет, и мы только начали писать стоя. Мы ему и показывали, и объясняли, и рассказывали, чем отличаются мальчики от девочек, что все происходит по-разному. Вот, и мы все время ходили на горшок сидя, а тут, как бы на этой неделе, он начал писать стоя, как нужно. Вот, это, конечно, очень порадовало, это, ну, такое, когда добиваешься, всегда очень приятно. Вот, также Тимур стал более самостоятельный на кухне. Он берет стул, ставит туда, куда ему надо, может залезть, дотянуться до того, что ему нужно. Сегодня он хотел посмотреть мультик, мешала вазочка перед ним. Он взял ее, унес в другой конец стола, сам подвинул себе стул, сел и смотрел мультик. Также вот, когда он идет в туалет, раньше нужно было его завести, отвести за руку, посадить на горшок. Сейчас я его уже могу сопровождать только словами. Я говорю: сейчас мы идем в туалет, включаем свет, он все это делает. Сами снимаем штаны и садимся. Вот, Тимурчик все это делает. Конечно, это настолько облегчило нам жизнь. Мы очень рады, спасибо большое. Это прекрасно, что вы есть. Спасибо вам огромное.